요한삼서 1장 2절입니다. 3 Иоанна, 1 глава, 2 стих. Молюсь, чтобы ты здравствовал, преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Аминь. 오늘은 이 시간에 이제 9강 육신 치유입니다. 9-я лекция исцеление плоти. 우리가 살아가다가 큰 이제 병에 걸릴 수도 있죠. Мы можем заболеть очень серьезной болезнью за всю свою жизнь. 그때 이제 우리가 질병에 걸렸을 때 사단은 어떤 생각을 하고 하나님은 어떤 생각을 하시겠습니까? И когда мы заболели этой болезнью, как ее воспринимает сатана и как воспринимает Бог? 그래서 우리가 앞 시간에도 말씀드린 것처럼 정말 그 중요한 시간에 저와 여러분이 하나님 앞에 설 수 있어야 되겠습니다. И как я говорил на предыдущей лекции, мы должны уметь стоять перед Богом. 그래서 그 근본 치유할 때 제가 그 암에 걸린 분들 몇 분 이야기했잖아요. Когда я говорил о коренном исцелении, я приводил в пример каких человек, у которых выявляли рак. 그때도 말씀드렸지만 우리가 사실은 크고 작게 전부 조금씩 아프죠. И мы болеем. У нас может быть это серьезно, может быть это несерьезно. 좀 심하고 약하고 차이지 누구나 약하고 조금 병든 부분이 있습니다. Может быть серьезная болезнь, может быть не очень, но все подвижны болезни. 또 어떤 면에서는 우리가 그 큰 병이 없다고 해서 괜찮은 건 아니고 마음의 병이나 영적인 병은 다 있습니다. Даже если у нас нет какой-то особо большой болезни, но у всех есть душевная болезнь или духовная. 그리고 큰 병이 없다고 해서 우리가 뭐 영원히 사는 건 아니잖아요. И даже если у нас нет большой болезни, серьезной, то мы все равно не будем жить вечно на этой земле. 병으로 죽는 사람도 있고 사고로 죽는 사람도 있고 나이가 많아서 죽는 사람도 있습니다. Есть люди, которые умирают из-за болезни, из-за какого-то события или из-за того, что уже возраст. 모든 사람은 한 번은 죽고 조금 빨리 가고 늦게 가고 차이죠. Все люди однажды умирают, кто-то умирает раньше, кто-то умирает позже. 그래서 우리 존재의 가장 중요한 본질은 육신이 아니고 우리의 영혼입니다. 영혼. Поэтому самая основная суть нашего существования это не плоть, а это дух. 그래서 일본에 있는 것처럼 드러난 질병만 보면 안 되고 정확한 진단과 치료가 중요하죠. Поэтому важно не то, что есть видимая болезнь, а важен точный диагноз. 어떤 육신의 질병이 드러났지만 그건 드러난 질병입니다. Физическая болезнь – это то, что уже проявилось. 그러나 그 질병이 올 수밖에 없는 숨겨진 마음의 병이 있죠. Также есть душевные скрытые болезни. 암에 걸릴 수밖에 없는 많은 스트레스를 받은 마음이 있습니다. И также есть стресс из-за душевный, из-за чего появляется рак. 아까 그 여자분인데 알코올 중독으로 돌아가셨다고 하신 분 있잖아요. Я рассказывал вам о женщине, у которой была зависимость от алкоголя, которая умерла. 그 남편이 불신자인데 장례식 때 영접했다는 분. Я рассказывал, что муж её был неверующим, и он покаялся во время похорон. 그분은 아내 보고 뭐라고 하냐면 술 안 먹으면 되는데 저렇게 먹는다.
И он говорил о своей жене, ведь можно было и не пить так много, а она столько пьет. 그 말은 맞지. 안 먹으면 되지. Да, говорит он правильно. Можно и не пить. 그러나 그분이 술을 먹을 수밖에 없었던 오래된 마음의 상처들이 있잖아. Но у нее есть душевные раны, из-за которых она не может не пить, и они с ней находятся долгое время. 드러난 알코올 중독만 보지 술을 먹을 수밖에 없는 마음의 병을 못 보는 거지. Он смотрит только на то, что проявляется эта зависимость от алкоголя, и не видит скрытые душевные проблемы. 도박할 수밖에 없는 마음 상태, 영적 상태가 와 있는 겁니다. Душевное состояние, духовное состояние, почему человек уже не может не играть в азартные игры? 마약할 수밖에 없는 마음 상태, 영적 상태가 이미 만들어진 거예요. Уже сформировалось и духовное, и душевное состояние, почему он уж, и не может не принимать наркотики? 그래서 숨겨진 마음의 병보다 더 깊은 곳에 근본적인 영혼의 병이 있습니다. И поэтому то, что находится глубже, нежели душевные болезни, это духовные скрытые болезни. 하나님 떠나 있죠. 영이 죽어 있습니다. Человек отошел от Бога, и его дух мертв. 그 죽은 영을 사단이 사로잡고 있으니까. И этот мертвый дух захватил сатана. 뭔가에 계속 눌리면서 마음도 점점 병들어가는 것. Человек постоянно чем-то подавлен, и душа заболевает. 마음이 병드니까 육신도 병이 오고 모든 삶이 무너지게 되는 거죠. Когда заболевает душа, заболевает и тело, и приходят все физические проблемы. 그래서 이제 저와 여러분은 드러난 질병만 보지 않고 숨겨진 마음의 병, 근본적인 영적인 병을 잘 봐야 됩니다. Поэтому мы должны видеть не только на видимые, обращаемые болезни, но и на скрытые, на душевные, на духовные болезни. 씨앗이 갑자기 땅에 심었다고 열매가 나오는 게 아니잖아. Мы садим семя, но оно не создает плод, как мы бросили его в землю. 오랫동안 뿌리 내리다가 나중에 열매가 열리죠. Оно долгое время пускает корни, а потом приносит плод. 외로움과 슬픔이 계속 뿌리 내리다가 우울증도 오는 겁니다. Постоянно укореняется человек в один и потом приходит депрессия. 미움과 분노가 계속 뿌리 내리다가 어느 날 폭발하는 거죠. Гнев, ненависть, и однажды это взрывается. 절망과 포기하는 마음이 계속 뿌리 내리다가 어느 날 자살도 시도하는 겁니다. Приходит разочарование, безнадежность, и однажды человек идет на суицид. 그래서 저와 여러분이 육신적인 병 뒤에 숨겨진 마음의 병을 잘 봐야 되고요. Поэтому мы должны увидеть то, что скрывается за физической болезнью, это болезнь души. 마음의 병 뒤에 숨겨진 영적인 병을 잘 봐야 됩니다. И также видеть духовную болезнь, которая скрывается за душевной. 그래서 그 폐암 걸린 여자분에게 전했던 복음을 기억하십니까? Вы помните, вот какое Евангелие я передавал? Рассказывал, передавал я женщине, которую выявили раки. 당신은 폐암보다 더 큰 문제가 와 있다. Я сказал, что есть проблемы, которые намного серьезнее, нежели рак легких. 하나님 떠나 있지, 영은 죽어 있지. Потому что вы отошли от Бога, и ваш дух мертв. 원죄, 사단, 지옥 배경에 빠져 있습니다. Что вы находитесь в руках первородного греха под покровительством ада и в руках сатаны. 폐암이 문제가 아니고 이 어마어마한 영적 문제가 이미 와 있는 거예요. И проблема не в том, что есть рак легких, а есть что есть более серьезная проблема. 그래서 더 급한 것은
하나님께로 돌아가는 것이다. Поэтому что намного экстреннее, это вернуться к Богу. 당신의 죽은 영이 새 생명을 얻어야 되는 것이다. Ваш мертвый дух должен обрести новую жизнь. 예수 그리스도로 죄와 사단 지옥 배경에서 빠져나와야 되는 것이다. Через Иисуса Христа освободиться от греха, от сатаны и от покровительства ада. 그래서 오직 복음 말고는 근본 치유, 영적 치유를 할 수가 없습니다. Поэтому, зная только Евангелие, невозможно получить исцеление корня, исцеление духовное. 그래서 이번에 있는 것처럼 우리가 창조 원리를 자세히 알면 참된 치유의 비밀이 창조 원리 안에 들어 있습니다. И когда мы знаем принцип сотворения, потому что тайна жизни находится в принципе сотворения. 분명히 하나님은 우리 인간을 하나님 형상대로 창조하셨다고 되어 있거든요. Ведь написано, что Бог сотворил человека по своему образу. 물고기는 깨끗한 물 속에서 살아야 행복하도록 창조하셨습니다. Рыба должна жить в чистой воде, и она будет счастлива. 나무는 좋은 땅에 뿌리를 내리고 살아야 행복하고 건강하도록 만들어졌습니다. Дерево должно поддерживать землю, чтобы оно было здоровым и счастливым. 모든 생명체에는 근원이 있는 거죠. У каждого живого существа есть источник жизни. 물고기는 물이 근원이고 나무는 땅이 근원입니다. Для рыбы источником жизни является вода, а для дерева земля. 사람은 하나님 형상대로 창조됐기 때문에 하나님이 근원입니다. А для человека, так как Бог сотворил его по образу и подобию, поэтому источником является Бог. 자, 그 창조 원리를 안다면 첫 번째, 복음으로 우리의 죽은 영혼이 먼저 살아나야 되는 거죠. Если мы знаем принцип сотворения, то первое, наш умерший сначала должен ожить. 두 번째, 예배와 말씀을 통해서 우리의 상한 마음이 치유되어야 합니다. И во-вторых, через богослужение и слово должна получить исцеление наша израненная душа. 여기 예배와 말씀을 통해서 은혜 받고 또 은혜 받고 또 은혜 받으면 어떻게 됩니까? Если мы через богослужение, через слово получаем благодать, потом опять получаем благодать, что происходит тогда? 내 마음에 있던 슬픔, 외로움, 미움, 원망 이런 게 점점점 빠져나갑니다. Печаль, одиночество, ненависть, ропот — это все постепенно начинает меня оставлять. 어두운 모든 내 마음의 어두움들이 점점점점 사라져갑니다. Всякая тьма, которая была в моей душе, постепенно начинает меня оставлять. 제가 뭐 혹시 그렇게 보일지 모르지만 제가 정말 상처가 많은 상태로 자랐거든요. Может быть, сейчас я так не выгляжу, но я рос, и у меня было действительно очень много ран. 그래서 제가 청소년 때 잘 웃지도 않았습니다. Когда я был подростком, я редко смеялся. 아무리 웃겨도 저는 잘 안 웃었습니다. Как бы меня не смешили, я не смеялся. 예, 친구들이 저보고 좀 이상하다고 그렇게 이야기했어요. И друзья говорили, что я странный. 어린 나이지만 가정 문제 또 내 자신 문제 때문에 웃으면서 다닐 수가 없었어요. Из-за семейных проблем я не мог в детстве ходить и улыбаться. 에베소서 5장 8절에 보면 그런 말씀이 나와요. Ефесянам в 5 главе, 8 стихе 너희가 전에는 어두움이던. Написано, что вы были некогда тьма. 이제는 주 안에서 빛이라. А теперь свет. 빛의 자녀들처럼 살아라. Должны жить как дети света. 진짜 복음 모르던 제 인생은 어두움이었어. И я жил, не зная Евангелия, и поэтому моя жизнь находилась во тьме. 우리 부모님 너무 심하게 많이 싸웠어.
Мои родители очень сильно ругались. 막 치고 맞고 막 물건 다 부수고. И дрались, и вещи всякие разбивали. 칼 가지고 싸우고 그랬어. Даже нож в руки брали. 큰 유리로 된 큰 술병을 가지고 어머니 머리를 아버지가 어머니 머리를 때렸다. Отец по голове маму бутылкой стеклянной. 어머니 여기 머리가 찢어지면서 피가 주르르 흐르는 거예요. И вот здесь рассек и порезал маму, что у нее была очень сильно лилась кровь. 싸우다가도 그렇게 많이 다치면 빨리 병원을 가야 되잖아요. Ну, если после такой ссоры вот такая большая рана, нужно сразу же обращаться в больницу. 어머니 피를 탁 닦더니 피를 보더니 다른 힘이 생기나. А мама вытерла вот так кровь, смотрит 죽여라! И видит, у нее появляется 죽여라! Второе дыхание. Дыхание. И она говорит, убей, убей теперь меня. И еще больше начинает ссориться. 제 어릴 때 기억에 우리 부모님은 단 하루도 안 싸운 날이 없어. И вот, насколько мне не изменяет память, я помню, что мои родители каждый день ссорились, и не было ни дня, чтобы они не ссорились. 자, 그런 가정에서 제가 쭉 태어나 자랐기 때문에 마음이 굉장히 어두웠습니다. Так как я рос и жил, родился в такой семье, поэтому в душе была огромная тьма. 생각도 어둡고 얼굴도 어둡고. Мысли во тьме и лицо мрачное. 눌려가지고 인간관계도 어두워지고. Я был подавлен и была тьма в отношениях с людьми. 아주 무기력하게 실패한 인생을 제가 살아가고 있었어요. Было такое большое бессилие. Я жил жизнью пораженца. 그러다가 어느 날 정확한 복음을 듣게 되고 제 영이 살아나기 시작했습니다. И однажды я услышал точное Евангелие, и мой дух начал оживать. 그때부터 예배와 말씀을 통해서 은혜 받기 시작하는데 눈물도 나고 힘도 나고 그래요. С того момента через богослужение слова я начал обретать силу и получать благодать и слезы лить. 예수님을 영접하면서 믿어지는 은혜가 제게 임했어. Когда я принял Иисуса, у меня появилась благодать веры. 제가 믿는 게 아니고 하나님 살아계신 게 믿어져요. Я не просто верил, а мне верилось в то, что Бог живой. 예수가 그리스도라는 게 믿어지고 그분이 내 안에 계신다는 게 믿어져요. Мне верилось, что Иисус есть Христос и что Он во мне. 지금도 예수님 내 안에 계신다는 말씀이나 찬양 부르면 막 눈물 날라고. И сейчас, когда я прославляю или слушаю о том, что Иисус живой, у меня льются слезы. 신기하지요. 30년째 복음을 듣고 있습니다. Я 30-й год слышу Евангелие. 30년째 복음을 듣고 있는데 들을 때마다 은혜가 되고 힘이 나요. 30 лет я слушаю Евангелие, когда я слушаю Евангелие, я благодать. 예배하고 말씀 들을 때마다 얼마나 감사한지. Когда я провожу богослужение, когда я слушаю слово, я очень благодарю. 근데 신기하죠? И удивительно. 몇 월, 며칠 날 사라졌는지 모르겠는데 제 마음의 어두움들이 점점 사라지고 있는 거. Я не помню точную дату, когда этого не стало, но постепенно тьма начала оставлять мое сердце. 굉장히 외롭고 우울하게 살았거든요. У меня было большое одиночество и тревога. 지금은 외로워지는 방법을 모르겠어. Сейчас я не знаю даже способа, как стать одиноким. 우울한 척을 좀 해보려고 해도 잘 안 돼. Я хочу быть в таком состоянии тревоги, и не получается. 내 빈 마음에 하나님의 은혜와 사랑이
점점점점 채워지니까. Потому что мое пустое сердце постоянно наполняется Божьей благодатью и любовью. 제가 이 그 다락방 메시지 3년 듣고도 한 번씩 외롭더라고. Когда я 3 года слушал послание движения горницы, иногда мне было одиноко. 한 번씩 공허해. Иногда тревожно. 그 이렇게 낙엽이 떨어지면 어디 바다라도 한번 가야 될 것 같아. Когда как падают листья, и мне сразу приходит такая мысль, что надо хотя бы поехать на море. 비만 오면 좀 우울해지고. Когда идет дождь, тогда тревожно. 3년 동안 메시지를 들었는데도 제가 한 번씩 그렇더라. И 3 года, несмотря на то, что я слушал послание, иногда приходили такие мысли. 분명히 예수 그리스도 믿어지는데 한 번씩 그래. Несомненно, я верю в Иисуса Христа, но иногда у меня было такое. 제 마음에 아직 비어 있는 부분들이 있는 거지. Потому что в моем были еще пустые, незаполненные места. 근데 계속 예배와 말씀을 통해서 하나님의 은혜와 사랑을 계속 받으니까. Но через благодать, через я получал Божью любовь и благодать. 점점점 내 마음에 하나님의 은혜와 사랑이 가득 채워지니까. Я постепенно начинал наполнять свое сердце благодатью и его любовью. 무엇보다도 하나님의 말씀이 믿어지니까. И я стал верить в Божье слово. 내 마음의 슬픔, 외로움이 점점 떠나가는 것. И постепенно одиночество и печаль моего сердца начали меня оставлять. 미움과 원망이 점점점점 사라지는 것. Ропот и ненависть начали исчезать. 자, 그러면서 2번에 3번 행복한 기도를 통해서 우리의 삶이 점점점 치유되기 시작한 것. И второй, третий пункт через счастливую жизнь, через счастливую жизнь молитвы получаем исцеление. 기도가 아니고 행복한 기도. Молитва. 복음을 누리는 행복한 기도. Счастливая молитва, в которой наслаждаемся Евангелием. 그리스도의 삼직을 누리는 행복한 기도. Счастливая молитва, когда наслаждаемся тремя работами Христа. 하나님이 내게 주신 신분과 권세를 누리는 행복한 기도. Счастливая молитва, где наслаждаемся положением и властью от Бога. 하나님 나라와 보좌의 배경을 누리는 행복한 기도. Счастливая молитва, наслаждение Божьим царством и поддержкой престола. 전도자로 살다가 하나님 앞에 서기를 원하는 행복한 기도. Счастливая молитва, чтобы жить как благовестник и предстать пред Богом. 아침에 하루를 시작하면서 하나님이 주시는 영적인 힘을 얻고 하루를 시작함. Начинать день с того, чтобы обретать силу от Бога. 하나님 주시는 힘으로 낮에 모든 사람을 만나는 거예요. И обретя силу от Бога, днем встречаться со всеми. 모든 장소, 모든 사건을 하나님 주시는 힘으로 풀어가는 거예요. Все события, все места объяснять через сил с помощью Божьей силы. 잠자기 전에 피곤해서 자면 안 됩니다. устали. TV 보다가 자고 싸우다가 자고 울다가 자고 그렇게 자면 안 돼요. Засыпать в процессе, когда вы смотрите телевизор. Когда вы поссорились или когда вы плачете и потом засыпаете. Потому что если это будет накапливаться, это сформирует наше духовное состояние. Нужно завершать день через молитву
и через силу от Бога. 저는 오늘도 새벽에 기도하고 낮에도 계속 운동하면서 기도하고 이거 마치면 이제 또 밤에 또 기도할 겁니다. Сегодня утром я молился, днем я занимался спортом и молился, и по окончании вот этого служения я тоже буду молиться. 조금 전에 식사 시간에 미얀마에 있는 그 팀들이 연락이 왔어요. И когда был обеденный перерыв, мне позвонили из Мьянмы. 미얀마의 신학교와 렘넌트들이 모여 있는데 복음을 전해달라. Там есть семинария, и там есть ремнанты, и просят проповедовать Евангелие. 그래서 일주일에 한 번씩 이제 또 만나기로 했습니다. Мы договорились встречаться один раз в неделю. 저는 기도만 하고 있는데 하나님은 계속 문을 열어주시는 거예요. Я только молюсь, и Бог постоянно открывает двери. 그래서 행복한 기도를 통해 모든 삶이 치유될 수 있습니다. И через счастливую молитву можно получить. 네 번째, 성령 충만을 지속하며 이제 육신적인 치료도 병행을 하는 거죠. И четвертое, иметь постоянство в наполнении Святого Духа и получать исцеление плоти. 그래서 필요하면 약도 쓰고 치료도 하면서 성령 충만을 지속하는 거예요. Поэтому, если то пить лекарства, наполняться Духом Святым. Евреям 9장 27절에 보면 우리의 생명은 하나님이 주관하신다고 되어 있습니다. Евреям 9:27 написано, что Бог управляет нашей жизнью. 우리의 죽는 날을 하나님이 정해 놓으신 거죠. И день нашей смерти Бог уже определил. 그래서 뭐 우리가 약 먹고 운동하고 노력한다고 생명이 연장되지는 않습니다. И от того, что мы пьем лекарства, занимаемся спортом, это не значит, что мы сможем продлить лета своей жизни. 우리 생명은 하나님이 주관하시니까. Нашей жизнью управляет Бог. 자, 그러나 하나님이 허락하신 날까지는 건강하게 살면서 복음 전해야 되지 않겠습니까? Но все это время Бог решает нам жить. Не должны ли мы посвятить ради того, чтобы проповедовать Евангелие? 그래서 큰 3번에 있는 것처럼 육신 건강을 위한 실제적인 방법 다섯 가지. И третий большой пункт – это физический метод ради исцеления плоти. Пять пунктов. 첫 번째, 하나님의 말씀을 대강, 대충 들으면 안 되겠죠. Первое, нельзя поверхностно и кое-как слушать Слово Божье. 하나님의 말씀을 정확하게 듣고 내 마음에 깊이 담아야 됩니다. Нужно точно слушать Слово Божье и вкладывать глубоко в свое сердце. 두 번째, 기도도 막 그냥 형식적으로 하면 안 되겠죠. Второе, молитва также не должна быть просто формальностью. 하나님을 바라보면서 깊은 묵상 속으로 들어가야 됩니다. Нужно уповать на Бога и входить в укрепление. 세 번째, 아까 말씀드린 호흡도 편안하게 깊은 호흡을 하기 시작하면 굉장히 건강해집니다. И третье, я говорил о дыхании. Используем глубокое дыхание. Это большая польза для здоровья. 그리고 나에게 맞는 운동을 찾아내는 거죠. Также найти вид спорта или зарядку, которая соответствует мне. 그리고 나에게 맞는 음식을 조절하는 거. И также пища, которая также мне соответствует. 자, 이 다섯 가지를 잘 응용하셔서 이제 그 사람에게 맞도록 적용시켜주는 것이 필요합니다. Необходимо использовать эти пять моментов и помочь человеку применить это. 그래서 결론적으로 하나님이 병을 고쳐주시면 그 증거 가지고 복음 전하는 겁니다. И заключение, если Бог даст свидетельство, то ухватиться за это свидетельство и проповедовать Евангелие. 하나님이 안 고쳐주시면 우리를 부르시는 거니까
가는 겁니다. Если Бог не исцелит, Он заберет нас к себе, и мы пойдем к Нему. 그러나 안 고쳐 주실 때는 하나님의 더 큰 계획이 분명히 있습니다. И если Бог не исцелит, значит у Бога был план намного больше. 크로스비 같은 사람은 어릴 때 눈 치료를 잘못 받아서 시력을 잃었잖아요. Например, человек по имени Кросби с самого детства операция, она потеряла зрение. 눈이 안 보이는 굉장한 육신적인 어려움이 있었습니다. У нее была очень большая физическая трудность из-за отсутствия зрения. 얼마 안 가서 아버지도 일찍 돌아가시죠. Через некоторое время умирает ее отец. 어머니는 다른 지방으로 일을 하러 갑니다. А мать ее уехала в другое место на заработки. 그래서 이 크로스비는 할머니와 함께 자라게 됩니다. 이 크로스비 с бабушкой ее воспитывает бабушка. 그런데 이 할머님이 하나님의 사람. А бабушка была Божьим человеком. 크로스비에게 계속 말씀 읽어주고 찬양을 불러준 것. Она читала слово для Кросби и пела гимны. 그 눈이 안 보이는 분들은 다른 쪽으로 굉장히 감각이 발전됩니다. Люди, у которых нет зрения, очень развиты в других направлениях. 이 크로스비는 외우는 암송 능력이 굉장히 발달한 거예요. 이 크로스비 был развит навык заучивания наизусть. 그래서 할머니가 읽어주는 말씀을 전부 다 외워버린. И то, что читала для нее бабушка Слово Божье, она все это запоминала. 눈이 안 보니까 늘 말씀을 암송하면서 그 말씀을 묵상하는. Так как она не видела, поэтому все время заучивала это слово и размышляла над ним. 이 크로스비가 나중에 9천 편이 넘는 찬송시를 썼죠. И потом Кросби написала гимны, около 9 гимнов. 지금 우리가 부르는 좋은 찬송가 중에 크로스비 찬송가가 굉장히 많습니다. Очень много сейчас христиане поют гимнов, которые написала Кросби. 눈 건강한 사람이 못하는 일을 하게 된 것. Она делала то, что не могут делать здоровые люди, которые имеют зрение. 눈 뜬 사람이 못하는 사역을 하게 된 것. То есть она вела такое служение, которое не могли вести люди, имевшие зрение. 찬송을 통해서 눈 뜬 사람이 못 가는 나라까지 다 갔어요. И через гимны она достигла тех стран, которые не могут достичь люди со зрением. 어떤 기자가 크로스비와 이제 인터뷰를 했습니다. Один журналист брал интервью у Кросби. 아, 당신은 눈도 안 보이고 이렇게 어려웠는데 어떻게 이렇게 견뎌냈느냐? Вы испытывали такие трудности, у вас нет зрения. Как вы смогли их преодолеть? 크로스비가 뭐라고 대답했을까요? Как ответила Кросби? 혹시 기자님이 만나본 사람 중에 나보다 더 행복한 사람을 본 적 있으면 좀 데리고 와보라. Она сказала, если вы видели человека, который был бы счастливее меня, то познакомите меня с ним. 내 안에는 그리스도 계시고 하나님의 나라 내 안에 너무 차고 넘친다. 나는 너무 행복해. Во мне есть Христос, меня переполняет Божье Царство, и я очень счастлива. 실제로 찬양 치유 사역을 전 세계로 응답받은 사람이 크로스입니다. И она получила служение относительно ответственное служение прославления и исцеления по всему миру. 나는 복음을 잘 모를 때는 눈을 뜨게 해달라고 기도했습니다. И она говорила, что когда я не знал Евангелия, я молилась, чтобы Бог дал, вернул мне зрение. 그러나 내가 복음을 알고 하나님의 나라를 누리면서 눈이 안 떠지도록 기도했습니다. Я познала Евангелие, я молилась, чтобы наслаждаться Божьим Царством и чтобы Бог не возвращал зрение.
육신의 눈이 밝아지면 영적인 눈이 어두워질까 봐. И она потому что сказала, что если откроются физические глаза, то будут закрываться духовные. 하나님 나라 하늘의 영광을 보고 살았던 사람이 그렇습니다. Кросби это человек, который жила и видела Божье царство и славу Божьего царства. Кросби가 했던 이야기입니다. Это говорила Кросби. 내가 천국에 가서 눈을 뜨게 되는 날이 올 때에. Что придет день, когда я пойду в Царство Небесное и буду видеть. 내가 가장 처음 보는 그분이 내 사랑하는 주님이기를 원합니다. И первый, кого хочу я увидеть, это мой любимый Господь. 그러니까 하나님의 은혜와 사랑에 가득 찬 사람이 육신의 병이 전혀 문제가 안 되는 거예요. Для человека, который любовь, физическая проблема, болезнь, это являлась проблемой. 우리는 자꾸 병이 고쳐졌냐, 안 고쳐졌냐, 그 육신적인 결과만 보죠. Мы все время требуем физического какого-то результата. Было ли исцеление от болезни или нет? 그러나 하나님은 우리에게 어마어마한 영적인 축복을 쏟아부어 주고 계십니다. Но Бог для нас изливает огромное духовное благословение. 한 분, 한 사람 이야기를 하고 마무리하겠습니까? Расскажу еще об одном человеке и закончу. 저희 교회 장로님이 몸이 좀 안 좋아서 병원에 가 보니까 폐암이에요, 폐암. Пресвитер нашей церкви, он немного приболел и пошел в больницу, и ему поставили диагноз рак легких. 운동도 많이 하고 아주 몸도 좋은데 갑자기 폐암 말기가 왔어. Он занимался спортом, физически здоровый, и неожиданно выявили рак легких. 근데 이분이 전혀 흔들리지 않는 거야. Последней стадии, но это никак его не пошатнуло. 계속 변함없이 예배하고 말씀 붙잡고 기도하신. Он постоянно держался, молился и участвовал в богослужении. 이제 병원에서는 좀 어렵겠다, 얼마 못 산다는 결과가 나왔어. И в больнице ему сказали, что все очень тяжело и что осталось жить недолго. 제가 일주일에 한 번씩 갔는데 집에서 같이 예배를 드렸어. Я посещал его один раз в неделю, приезжал к нему домой и проводили там богослужение. 서서 저를 이렇게 서서 문을 열어주다가 앉아 있고 나중에는 누워 있어. 몸에 힘이 없어. Сначала он вставал и приветствовал меня, потом он садился, а потом он лежал, потому что не было силы. 많은 친척들이 몸이 아프다고 찾아왔어. И к нему приходило много родственников навестить его, так как он сильно болел. 당당하게 복음전에서 예수님 믿으라고 전도한. И он дерзновением евангелизировал родственников, проповедовал Евангелие, чтобы они верили в Иисуса. 나는 하나님의 자녀다. Он говорил: «Я дитя Бога». 나는 폐암 때문에 이제 곧 죽지만 나는 하나님 나라로 이사 가는 거다. У меня рак легких, я скоро умру, но я переселяюсь в Божье царство. 찾아오는 모든 친척들에게 복음 전했어. И всем родственникам, которые приходили к нему, он передавал Евангелие. 그리고 못 만난 사람들을 위해서 예수 믿은 간증을 편지로 썼다니까. И для тех, с кем он не смог встретиться, он написал свидетельство веры в Иисуса. 그리고 모든 친구와 친척에게 복음 편지를 보냈어. И всем своим друзьям и родственникам он отправил письмо благовестия. 마지막 죽을 때 마지막 말을 남겼습니다. И перед смертью он сказал последние слова. 자녀들에게 내가 죽으면 절대 울지 마라. Он сказал детям: «Когда я умру, не плачьте». 나는 하나님 나라로 먼저 가는 거다. Я
прежде вас иду в Божье царство. 장례식 때 승리의 찬송가를 불러라. И когда будут мои похороны, пойте гимны победы. 장례식에 오는 모든 사람에게 복음이 기록된 책을 선물해라. Всем, кто придет на мои похороны, подарите книжки с содержанием Евангелия. 천국에서 다시 만나자. 사랑한다. Встретимся в раю. Я вас люблю. 그게 우리 장로님의 마지막 말이죠. Это последняя речь пресвитера. 실제로 장례식에 환하게 웃고 있는 큰 사진이 붙었어요. И действительно, когда были похороны, поставили его изображение с улыбкой. 큰 글씨로 천국에서 다시 만나요. 사랑합니다. 이렇게 적혀있어요. И было написано большим шрифтом: «Встретимся в раю, я вас люблю». 장례 예배를 드리는데 예배가 축제요. 감사하고. И когда мы проводили богослужение похорон, то это богослужение превратилось в фестиваль, и было большое благодарение. 실제로 자녀들이 장례식에 오는 모든 사람들에게 복음 책과 테이프를 선물했어요. И действительно, дети, всем, кто пришел на эти похороны, подарили книгу с содержанием Евангелия и проповеди. 참, 복음 가진 사람은 죽을 때도 그렇게 멋있습니다. И действительно, человек, который имеет Евангелие, прекрасен даже, когда он умирает. 자, 육신 치유에 대해서 저와 여러분이 좀 아주 중요한 근본적인 생각들을 많이 하시면 좋겠습니다. Я хочу, чтобы мы подумали о вещах, касаемых исцеления плоти. 기도하겠습니다. Я помолюсь. 살아계신 하나님, 감사합니다. Живой Бог, благодарим Тебя. 그리스도 안에서 완전하고 영원한 구원을 주신 하나님, 감사합니다. Благодарим за то, что во Христе дал совершенное и вечное спасение. 그 어떤 질병도 우리 안에 있는 구원의 감격을 이길 수 없음을 고백합니다. Мы исповедуем, что никакие болезни не могут отнять у нас чувство спасения. 그 어떤 사건도 하나님이 주신 참 평안을 이길 수 없음을 고백합니다. Мы исповедуем, что никакие события не могут отнять Божье спасение. 영원한 기쁨과 평안을 누리는 하나님의 종들이 되게 하옵소서. Дело так, чтобы мы были Божьими рабами, которые наслаждаются вечной радостью. 육신적인 결과를 넘어서 영원한 하늘의 축복을 누리는 전도자들이 되게 하옵소서. Помоги нам превзойти физический результат и быть благовестниками, которые наслаждаются вечным Божьим царством. 영육간의 병든 자들을 완전한 복음으로 살리는 주의 종들이 일어나게 하옵소서. Сделай так, чтобы поднялись твои рабы Господни, которые через совершенное Евангелие оживляют людей и исцеляют их духовно и физически. Иисус Христос, я имя кидуам найда. В имя Иисуса Христа молимся. Амин. 10강입니다. 삶의 치유입니다. 10-я лекция. Исцеление жизни. 시편 1편 1절에서 3절까지만 보겠습니다. Псалом 1, с 1 по 3 стих. 한번 읽어주시죠. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. 네, 벌써 마지막 이제 강의하는 시간입니다. Последняя лекция. 오랜만에 우리 우크라이나 전도자들을 만나서 너무 감사하고요. Я наконец встретился с благовестниками Украины, поэтому я очень благодарен. 또 우리 선교사님과 우리 수고하시는 우리 분들께 감사를 드립니다.
Также выражаю благодарность и миссионеру, и всем, кто трудится. 또 특히 통역을 너무 편안하게 이렇게 잘해주셔서 제가 정말 편안하게 제 메시지 할 수 있었습니다. 너무 감사를 드립니다. Я благодарен также за перевод, что очень спокойно и свободно переводилось. Благодарен. 네, 그리고 이번에 또 함께 하시는 우리 귀한 제 교육자 중직자 성도들이 또 이번에 주신 말씀을 또 평생의 언약으로 붙잡고 응답받게 되면 좋겠습니다. Мне хотелось бы, чтобы вы ухватились через это слово за завет всей своей жизни, как служители, так и рядовые верующие и лидеры церкви, и получали ответ всю жизнь. 자, 이제 그리스도 안에서 우리의 삶이 회복되는 것이 제 가장 그 치유의 마지막 부분이겠죠. И последний аспект исцеления – это чтобы наша жизнь восстановилась во Христе Иисусе. 첫 번째, 그리스도 안에서 진정한 나를 찾는 것이 삶을 회복하는 첫 번째입니다. Первый момент восстановления жизни – это восстановить истинного себя во Христе. 복음으로 틀린 나를 발견하는 게 중요하죠. Важно через Евангелие найти неправильного себя. 틀린 나를 발견하고 하나님이 만드신 나를 발견해야 됩니다. Выявить неправильный себя и себя, которого сотворил Бог. 어릴 때 우리 부모님이 느끼게 해준 나는 진짜 나가 아닙니다. Вот как меня преподносили с самого детства мои родители, это не истинный я. 부모님을 통해 칭찬을 받은 사람도 있고 상처를 받은 사람도 있겠죠. 둘 다 나 아닙니다. Через родителей кто-то получает раны, кто-то получает от них похвалу, но в двух, в обоих вариантах это не истинное мое я. 또는 부유한 환경이나 가난한 환경이 느끼게 해준 나도 진짜 나가 아니에요. И также то, что я себя чувствовал и находился, возможно, в богатстве, в достатке или же в недостатке, в нищете, это тоже не истинный я. 어떤 좋은 경험, 나쁜 경험이 느끼게 해준 나도 진짜 나가 아닙니다. Или то, что я испытал хороший какой-то опыт или плохой опыт, это не мое истинное я. 나를 만드신 분이 말씀하시는 나가 진짜 나죠. Тот, кто сотворил меня, и тот, кто дает слово, это и есть мое истинное я. 부모님은 나를 낳았지, 나를 만드신 분은 아닙니다. Родители, они родили меня, но они не создали меня. 우리의 영혼과 우리의 육신을 창조하신 분은 하나님이십니다. Тот, который сотворил наш дух и нашу плоть, это Бог. 하나님은 원래 우리는 하나님의 형상대로 창조된 영적인 존재라고 말합니다. И Бог говорит, что мы духовные существа, сотворенные по образу Бога. 그런데 창세기 3장 사건을 통해서 하나님 형상을 다 잃어버린 거죠. Но из-за бытия 3 главы мы потеряли Божий образ. 그때부터 창세기 3장 나 중심으로 살아가게 됩니다. И с того момента Бытие 3 глава ориентир на себе. 창세기 6장 육신 중심으로 살아가게 됩니다. Бытие 6 глава ориентир на плоти. 뭐 학교 가고 직장 가고 결혼하고 다 좋은 거죠. Учиться на работу идти, вступать в брак это все хорошо. 그러나 영적인 거는 다 놓치고 육신에만 빠져 있는 것이 문제입니다. Но проблема, что духовное упускается и впадается только в плотское. 나를 위해, 내 이익을 위해 막 정신없이 살아갑니다. Когда люди живут ради самих себя, ради своей выгоды. 돈을 위해, 쾌락을 위해 정신없이 살아갑니다. Когда живут ради денег, ради развлечений. 11장, 성공을 위해, 출세를 위해 정신없이 살아갑니다. 11장, 봐봐, ради успеха, ради... карьерного роста. 나 중심, 육신 중심,
성공 중심의 틀린 삶을 살아가고 있는 것. Неправильный ориентир, ориентир на себе, на плоти и на успехи. 그래서 영혼 속에는 복음 아닌 것, 복음 아닌 잘못된 것이 각인되어 있고요. Поэтому в духе запечатленное неправильное, то, что не является Евангелием. 창세기 3장의 영적 문제, 가문의 영적 문제가 각인되어 있습니다. Духовная проблема бытия 3 главы, также духовная проблема рода, все это запечатлено. 부모님께 받은 영적 문제, 살아오면서 생겨난 영적 문제가 각인되어 있습니다. Духовная проблема, которую я получил от родителей и которая формировалась в процессе жизни, это запечатлено. 또 마음에는 어두움과 상처들이 뿌리 내려 있습니다. Также в душе тьма и раны. 외로움, 슬픔, 미움. Одиночество, печаль, ненависть. 우울, 불안, 두려움. Депрессия, беспокойство, страх. 미움, 원망, 분노. Ненависть, ропот, гнев. 이런 게 마음에 꽉 채워져 있고 뿌리 내려 있는 거죠. Это все наполняет сердце и пускает корни. 살아야 되니까 삶 속에서 잘못된 체질을 가지고 살아갑니다. И так как надо жить, формируется неправильная сущность. 사람에게 집착하기도 하고 일에 집착하기도 하고. Появляется зацикленность на людях, на работе. 돈에 집착하고 쾌락에 집착하고. На деньгах, на развлечениях. 성공에 집착하고 출세에 집착하고. Зацикленность на успехе, на карьерном росте. 이게 바로 틀린 나요, 틀린 삶이라는 거죠. Неправильное мое состояние, неправильный я и неправильная жизнь. 그래서 하나님은 그리스도를 보내셨습니다. Поэтому Бог послал Христа. 그리스도로 말미암아 진정한 나를 회복할 수 있게 되었습니다. И через Христа мы смогли восстановить наше истинное я. 자, 그리스도 안에서 회복된 나는 어떤 납니까? Я восстановился во Христе, и каким я являюсь? 거기 강의 안에는 없지만 저와 여러분은 하나님의 자녀입니다. Мы являемся детьми Бога. 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 하나님의 자녀가 된 것입니다. Мы дети Бога и можем Бога называть отцом. 대통령 자녀만 해도 대단할 건데 우리는 창조주 하나님의 자녀예요. Если бы мы были просто детьми президента, это уже некое величие, а мы дети Бога. 하나님 자녀의 자부심을 가지시기 바랍니다. Поэтому имейте чувство собственного достоинства, что вы дети Бога. 또 나는 어떤 사람입니까? Также кем мы являемся? 저와 여러분은 아브라함처럼 복의 근원입니다. Мы как Авраам, источник благословения. 복의 근원. Источник благословения. 이제 부모님, 가족 원망하지 않아도 됩니다. Мы можем не роптать на родителей, на семью. 나를 통해 우리 가정이 복을 받게 될 거니까. Потому что через меня семья получает благословение. 이제 직장에 있는 사장님, 사람들 원망하지 않아도 됩니다. Теперь я могу не роптать на директора. 나를 통해 우리 직장이 복을 받게 되는 것이 우리 신분이. Потому что нас статус такой, что через меня, через нас работа получает благословение. 정치인 원망하고 나라 원망 안 해도 됩니다. А можно не роптать на политиков, на страну. 여러분을 통해 우크라이나가 복을 받게 될 것입니다. И через вас Украина получит благословение. 왜? 우리는 복의 근원이니까. Почему? Потому что мы источник благословения. 세 번째, 우리는 어떤 사람이 되었습니까? И третье, какие мы люди? 베드로전서 2장 9절. 1 Петра 2:9. 저와 여러분은 왕 같은 제사장이 되었습니다. Мы стали царственным священством. 그 말은 가는 곳마다 사단이 무릎 꿇습니다. Это означает, что на каждом месте сатана будет преклонять колени. 가는 곳마다 재앙이 떠나가는 왕 같은 제사장. И на каждом месте будет уходить бедствие, потому что мы царственное священство. 이제 우리는 빛을 비추는 선지자입니다. Мы пророки, которые светим светом. 빛을 비추는 그리스도의 대사. Мы послы Христа, которые светим светом.
사도행전 1장 8절. Деяния 1:8. 이제 저와 여러분은 누굽니까? Кем мы являемся? 그리스도의 증인으로 땅 끝까지 가게 될 것입니다. Мы свидетели Христа и будем идти до края земли. 이게 그리스도 안에서 회복된 진정한 나입니다. Это истинный я, восстановленный во Христе. 하나님의 자녀, 복의 근원. Дитя Бога, источник благословения. 왕 같은 제사장. Царственное священство. 전 세계를 살리는 그리스도의 증인. Свидетель Христа, оживотворяющий весь мир. 세계복음화의 주역. Герой всемирной евангелизации. 여기에 대한 자부심을 가지시기 바라고요. Поэтому имейте чувство собственного достоинства относительно этого. 날마다 그리스도 안에서 진정한 나를 누리면서 승리하는 저와 여러분 되시기 바랍니다. Каждый день наслаждайтесь истинным собой во Христе и одерживайте победу. 그래서 이번에 드린 10강 메시지를 가장 먼저 저와 여러분 자신이 누리게 되기를 바랍니다. Я желаю вам, чтобы этими лекциями, 10 лекциями сначала вы могли наслаждаться. 그래서 전도의 방법 중에 방법이 증인입니다. И самый лучший метод проповедования – это быть свидетелями. 저와 여러분이 우크라이나에서 최고로 행복한 사람 되시기 바랍니다. Желаю вам быть самыми счастливыми в Украине. 우리는 그리스도와 임마누엘을 누리는 이 시대 최고의 행복자들입니다. Мы самые счастливые люди, которые наслаждаемся в эту эпоху Христом и Иммануилом. 우리가 진정한 나를 찾고 진정한 삶을 누릴 수 있어야 전도 운동을 바르게 시작할 수 있습니다. Мы должны наслаждаться истинным собой, истинной жизнью, и тогда сможем правильно наслаждаться проповедованием. 자, 2번입니다. Второй пункт. 이제는 하나님이 구원받은 자에게 주신 완전한 삶의 방법을 찾아 누려야 됩니다. Нужно найти совершенный метод жизни, который Бог дал спасенным людям. 그게 뭘까요? Что это за метод? 완전한 삶의 방법. Совершенный метод жизни. 자, 그것을 알려면 하나님의 24를 알아야 됩니다. Для того, чтобы это понять, нужно знать Божьи 24 часа. 하나님의 삶 오늘을 알아야 됩니다. И также 3 на сегодняшний день, то, что от Бога. 그래서 하나님의 24 속에 내 삶이 있으면 됩니다. И главное, чтобы моя жизнь находилась в Божьих 24 часах. 하나님이 날마다 행하시는 하나님의 삶을 속에 내 삶이 있으면 됩니다. Моя жизнь должна находиться в Божьих 24 часах. 그것이 가장 완전한 삶의 방법. Это самый совершенный метод жизни. 그러면 하나님의 24, 하나님의 삶 오늘이 뭡니까? И Божьи 24 часа, и Божьи 3 на сегодня – это что? 세 가지입니다. Это 3. 첫 번째, 하나님은 날마다 말씀을 성취하고 계십니다. Первое, что Бог каждый день исполняет слово. 두 번째, 하나님은 날마다 우리 기도에 응답하고 계십니다. Второе, что Бог каждый день отвечает на нашу молитву. 세 번째, 하나님은 날마다 전도 운동의 역사를 이루어가고 계십니다. И третье, что Бог каждый день совершает действие движения проповедования. 하나님은 24 말씀을 성취하고 계시고 Бог 24 часа исполняет слово. 24 기도 응답하고 계시고 24 часа отвечает на молитву. 24 전도 운동하고 계십니다. И 24 часа ведет движение проповедования. 자, 그 속에 내가 들어갈 수 있다면 우리는 가장 완전한 삶을 살 수 있습니다. Если мы можем войти в это, то мы живем самой совершенной жизнью. 하나님은 이미 우리와 함께 계십니다. Бог уже пребывает с нами. 이제 우리가 하나님과 함께하는 것이 중요합니다. И важно, чтобы теперь мы пребывали с Богом. 이 하나님의 세 가지 24 속에 우리의 삶이 들어가게 되기를 바랍니다. Желаю, чтобы наша жизнь входила в Божьи три
и также в Божьи 24 часа. 어떻게 말입니까? Каким образом? У меня должна быть система, чтобы 24 часа принимать слово. 번째, 기도를 24 할 수 있는 시스템이 있어야 돼. Второе, это система, чтобы молиться 24 часа. 세 번째, 증인 24, 전도 24 할 수 있는 시스템이 있어야 돼. И третье, чтобы быть свидетелем 24 часа, 24 часа проповедовать. 이미 하나님의 24 속에 우리가 있기 때문에 그것을 누릴 수 있는 시스템이 있어야 돼, 시스템. Так как мы уже находимся в Божьих 24 часах, у нас должна быть система для наслаждения этим. 여러분, 여러분만의 그 영적 시스템 있습니까? Есть ли у вас ваша личная духовная система? 삼원을 중심의 삶을 살아갈 수 있는 영적 시스템이 있나요? Есть ли у вас духовная система, чтобы вы могли ориентировать свою жизнь на три, на сегодня? 특히 교역자들은 말씀 24, 기도 24, 전도 24 할 수 있어야 됩니다. Особенно касается служителей. Должно получаться 24 часа слова, молитва и проповедование. 교역자는 이거 안 할 것 같으면 교역자 안 하는 것도 괜찮습니다. Если служитель не готов делать все это, то можно быть, можно и не быть служителем. 교역자가 말씀, 기도, 전도 24 안 하면 본인도 굉장히 힘들어요. Если служитель не будет пребывать 24 часа в слове, молитве и проповедании, то ему самому станет сложно. 가족도 굉장히 고생합니다. И семья тоже будет очень мучиться. 교인들까지 고생시켜요. И будут мучиться и верующие. 그래서 교역자는 반드시 말씀 24, 기도 24, 전도 24 할 수 있는 시스템이 있어야 됩니다. Поэтому у служителя должна быть система, чтобы была молитва 24 часа, слово и проповедование. 반드시 찾아내고 반드시 누려야 돼. Обязательно нужно выявить и наслаждаться. 그러면 저는 어떻게 하는지 아마 궁금하시겠죠? Я думаю, вам интересно, как я это применяю. 저희 영적 시스템은 주일 예배에서 시작됩니다. Моя духовная система начинается с воскресного богослужения. 주일날은 완전히 예배에 집중하면서 하나님의 음성을 듣는데 집중합니다. Воскресный день я сосредоточен полностью на богослужении и на том, чтобы услышать Божий голос. 설교가 웃기다, 재밌다, 감동적이다 중요하지 않습니다. Проповедь смешная, интересная, вдохновляющая – это не важно. 오늘 예배를 통해서 말씀을 통해서 하나님이 나에게 주시는 말씀이 뭐냐? Какое слово Бог дает мне через сегодняшнее богослужение, через слово? 그것을 듣기 위해서 초집중합니다. Для того, чтобы услышать это, я сверхсконцентрирован. 그래서 설교 속에 하나님이 나에게 주시는 하나님의 말씀이 들어 있죠. Поэтому в проповеди есть слово, которое Бог дает мне. 이번 주일 같은 경우는 언약 잡은 한 사람의 기도는 세계를 변화시킨다. Молитва человека, который держится за завет, меняет мир. 그걸 잡았습니다. Я ухватился за это. 주일날은 예배 드리면서 하나님이 내게 주신 언약을 딱 잡아야 돼. Воскресный день, проводя богослужение, нужно ухватиться за Божий завет. 한 단어나 한 줄로 간단하게 딱 잡아야 됩니다. Необходимо ухватиться за одно слово, за одно предложение. 왜냐하면 그것으로 24 해야 되니까. Потому что нужно пребывать 24 часа. 자, 주일 예배를 통해서 언약을 잡았습니다. Через воскресное богослужение мы ухватили за завет. 두 번째 저희 시스템은 주일 밤입니다. И вторая моя духовная система – это вечер воскресного дня. 주일 밤에 토요일과 주일에 주신 말씀을 정리합니다. 말씀 정리. Я упорядочиваю слово
воскресное слово. 어렵지 않게 큰 제목하고 은혜 받은 거 하나씩만 적어 보면 됩니다. Это несложно, можно просто записать тему. 그러면 이번 주간에 내가 붙잡아야 될 말씀이 조금 더 구체적으로 정리가 되죠. И тогда мы более детально можем упорядочить слово и молитвенные темы на эту неделю. 말씀 정리. Упорядочить слово. 주일 밤에 두 번째로 하는 게 스케줄 정리입니다. И также второе, что я делаю в воскресный день вечером, это упорядочиваю распорядок, расписание. 그 말씀에 안경을 끼고 주간 스케줄을 적어보는 거예요. То есть я надеваю очки это слово воскресного и упорядочиваю свой график на неделю. 제가 주일 밤에 여러분 우크라이나 신학교 만날 스케줄을 미리 정리하고 기도했거든요. Поэтому воскресный день вечером я уже упорядочил этот график, что на этой неделе я буду встречаться с вами. 말씀에 안경을 끼고 보니까 여러분 한 사람 한 사람이 너무 중요한 거예요. Когда я надеваю очки слова, тогда вижу, что каждый из вас очень ценный. 언약 잡은 한 사람의 기도는 세계를 변화시킨다. Молитва одного человека, который держится за завет, меняет мир. 여러분 한 사람 한 사람이 언약 잡고 기도하면 우크라이나가 변화되고 세계가 변화되는 거 아닙니까? Когда каждый из вас держится за завет и молится, тогда меняется Украина и мир. 그래서 말씀 정리, 스케줄 정리 하고 나면 세 번째 기도 제목이 정리가 됩니다. Я упорядочиваю слово, упорядочиваю свой график. Третье, определяю молитвенные темы. 우크라이나 신학교를 통해서 언약 잡은 한 사람들이 우크라이나에 이번에 일어나는 시간이 되게 하옵소서. Чтобы через украинскую семинарию могли ухватиться за завет. 진짜 언약 잡고 기도하는 한 사람이 일어나는 신학교가 되게 하옵소서. Чтобы через эту семинарию поднялся хотя бы один человек, который держится за завет. 자, 주일 밤에 이렇게 말씀 정리, 스케줄 정리, 기도 제목 정리를 하는 겁니다. Воскресный день вечером я упорядочиваю слово, упорядочиваю график и молитвенные темы. 자, 그리고는 매일 아침 새벽 기도로 정식 기도를 합니다. И каждое утро я молюсь в определенное время. 월요일은 주일 일부 말씀 붙잡고 새벽 기도합니다. Понедельник я держусь за послание, слово через первое, которое я слышал на первом богослужении. 화요일은 주일 2부 예배 때 주신 말씀 가지고 묵상하고 새벽 기도합니다. Во вторник я веду утреннюю молитву, держась за воскресную проповедь во время второго богослужения. 수요일에는 토요일날 주신 산업선교 메시지. В среду я держусь за слово, которое я слышу в субботу, это бизнес-миссионерство. 목요일에는 전도학 메시지. В четверг это послание школы проповедования. 금요일에는 핵심 메시지 가지고 새벽 기도를 합니다. И в пятницу провожу утреннюю молитву, держась за основное послание. 그리고 밤에는 그 다음 날 새벽 기도할 말씀을 미리 듣습니다. И ночью я вечером перед сном я заранее слушаю послание, которое буду передавать на утреннем собрании. 자기 전에 반드시 말씀을 하나 듣고 내일 스케줄을 또 세밀하게 체크합니다. И поэтому перед сном я обязательно слушаю слово и проверяю завтрашний свой распорядок дня. 밤에는 스케줄을 정리하고 사모늘을 정리합니다. Поэтому ночью я упорядочиваю график и упорядочиваю три на сегодня. 스케줄을 적어보면 만남이 있고 가는 장소가 있잖아. Когда вы упорядочиваете график, то там есть встречи, есть места вашего посещения. 어떤 일과 사건이 있습니다. Есть какие-то события и происшествия. 거기에 대해서 하나님이 뭐라고 말씀하시는지 기도하면서 말씀을 정리합니다. Я молюсь и спрашиваю, что Бог хочет относительно вот этого, и упорядочиваю слово. 그 스케줄 속에
하나님이 가장 원하시는 전도를 생각하면서 전도 계획을 세워요. И в этом графике я думаю о проповедовании, то, что больше всего угодно Богу, и планирую проповедование. 필요한 전도 준비도 합니다. Если это необходимо, то готовлюсь к проповедованию. 그리고는 내일 기도 제목까지 딱 정리하는 거죠. И также упорядочиваю молитвенные темы на завтра. 그게 내일 스케줄과 함께 정리하는 3오늘입니다. Это три на сегодня и упорядочивание завтрашнего графика. 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 밤에 미리 찾는 거죠. То есть заранее я ищу сегодняшнее слово, молитва и молитву и проповедование. 그 다음 날 아침에 그거 확인만 해도 기도하면서 힘을 얻을 수 있습니다. И потом утром, когда я это просто проверяю, я могу молиться. 삼오늘로 하루를 시작하고 삼오늘로 하루를 살고 삼오늘로 하루를 마무리하는 것. То есть три на сегодня, начиная утро, проживаю день и завершаю день. 좀 어려운 것 같아도 자꾸 하다 보면 쉽습니다. Кажется, что это сложно, но если вы будете постоянно это делать, это легко. 혼자 잘 안 되면 같이 서로 포럼하면서 같이 하는 것도 좋은 방법이에요. Если это у вас не получается, то можно совместно это делать, это тоже хороший способ. 자, 그러면 매일 아침, 매일 밤에 정시기도 하면서 삼오늘 하는 겁니다. И вы можете молиться в определенное время, каждое утро, каждый вечер и применять три на сегодня. 그래서 정시기도는 아침과 밤에 두 번만 성공해도 완전 승리할 수 있습니다. Если вы будете иметь успех в молитве в определенное время два раза в день, то одержите совершенный успех. 자, 그렇게 되면 낮에 어떤 일이 벌어집니까? И тогда что будет происходить днем? 점점 흔들리지 않는 나를 발견하게 됩니다. Вы сможете выявить себя непоколебимого. 문제가 와도 속지 않는 나를 발견하게 됩니다. Когда придут проблемы, не будете обманываться. 모든 상황 속에 승리하는 나를 발견하게 되죠. Во всех ситуациях сможете побеждать. 모든 만남, 모든 사건 속에서 하나님의 축복을 찾아내는 겁니다. Во всех встречах и событиях выявлять Божьи благословения. 그게 24기도가 되는 거죠. Это есть 24-часовая молитва. 그래서 정리하면 주일 예배 성공하는 겁니다. Поэтому, если упорядочить, это иметь успех в воскресном богослужении. 주일 밤에 주간 삼오늘을 정리하는 거예요. И в воскресенье ночью упорядочивать три на сегодня и планировать всю неделю. 그리고 아침과 밤에는 정시기도로 하나님이 주시는 힘을 얻는 겁니다. И утром, и вечером, через молитву определенное время обретать силу от Бога. 그러면 낮에는 24기도 속에 하나님의 역사를 보게 되는 것. И днем, пребывая в 24-часовой молитве, вы увидите Божье действие. 자, 그렇게 되면 2번에 있는 것처럼 말씀이 성취되는 삶, 기도가 행복한 삶, 전도가 되어지는 삶이 가능합니다. И тогда, как написано во втором пункте, что слово будет исполняться, будет получаться молитва, и проповедование станет возможным. 말씀 24, 기도 24, 전도 24가 되어지기 시작합니다. Будет получаться 24 часа слова, молитва и проповедование. 다시 말씀드리지만, 내 힘으로, 내 깡다구로 사는 게 더 어렵고 힘듭니다. Я повторю еще раз, тяжело жить своими силами и своим упорством. 말씀, 기도, 전도 24 하면서 사는 게 더 쉽고 더 행복해요. Легче и проще жить, когда мы держимся за слово молитвы и проповедование. Это приносит больше счастья. 그래서 말씀이 치유 쪽을 가르치길래 계속 기도하다가 하나님 치유 쪽 문을 열어주시는 거예요. Если мы будем держаться за слово исцеления, то и молиться Богу, Бог будет открывать двери исцеления. 말씀이 아프리카 시대를 가르치길래 아프리카 놓고 계속 기도했어요.
Если слово указывает на эпоху Африки, то нужно молиться за об Африке, и будут открываться двери в Африку. 네, 말씀 따라가다 보니까 몇 년 만에 아프리카의 탄자니아의 신학교가 세워졌어요. И вот так я следовал за словом, и через несколько лет в Африке, в Танзании открылась семинария. 말씀이 탈북자, 북한에서 탈출한 탈북자를 가르치길래 기도하다가 탈북자 팀들하고 연결이 됐어요. В слове говорилось о беженцах, которые бежали из Северной Кореи. Я молился, держа за это слово, и Бог открывает двери к таким людям. 말씀이 2, 3, 7 나라 5천 종족을 가르치길래 그쪽으로 계속 기도했어요. В слове говорилось о 237 странах, о 5000 племенах. Я молился об этом. 하나님이 미국, 일본, 중국의 문을 열어주셨어요. Бог открыл двери в Америку, в Японию и в Китай. 미얀마에도 문을 열어주셔서 계속 연결이 되고 있습니다. Он открыл двери и в Мьянму. 인도와 스리랑카에도 문이 열려서 지금 연결이 되고 있습니다. И в Индию, и в Шри-Ланку. 그 전 세계 미전도 종족이 5천 개 있다고 그랬잖아요. И Слави говорил, что по всему миру есть 5000 неевангелизированных племен. 5천 개 중에 2천 개 정도가 인도에 있습니다. И среди 5000, 2000 племени находятся в Индии. 미전도 종족이 제일 많은 나라가 인도예요. Больше всего неевангелизированных племен находится в Индии. 근데 지금 인도와 스리랑카에 있는 현지인 목사님들이 연결돼서 이렇게 줌으로 사역을 하고 있습니다. И сейчас в Индии и в Шри-Ланке открываются двери к местным пасторам, и я веду служение с ними. 계속 2, 3, 7 나라 기도하고 있는데 우크라이나에 있는 여러분하고 연결이 됐어요. Постоянно молюсь о 237 странах, и сейчас открываются двери в Украину, в Европу и двери к вам. 얼마나 쉽고 행복하고 은혜스러운지 몰라요. Насколько это легко, какое это счастье и благодать. 말씀이 성취되는 삶. Жизнь, в которой исполняется Слово. 기도가 응답되는 삶. И жизнь, в которой есть ответы на молитву. 전도가 되어지는 삶. Жизнь, в которой получается проповедование. 가장 완전한 삶의 방법이라고 확신합니다. Я уверен, что это самый совершенный метод жизни. 그때 하나님은 보좌의 능력, 시공간 초월의 능력으로 역사하시니까. И тогда Бог будет действовать силой престола, который превыше времени и пространства. 2, 3, 7 나라까지 빛을 비추게 될 줄로 믿습니다. Я верю, что будете сиять светом в 237 странах. 자, 그렇게 되면 삶의 마지막 세 번째 열쇠가 뭡니까? И последний, третий ключ. 우리의 직업과 기능이죠. Наша работа и наши таланты. 하나님은 우리의 업과 기능을 통해 최고의 영광을 받으시기 원하십니다. Бог хочет, чтобы через наши таланты, через нашу работу мы воздавали самую наивысшую славу. 하나님은 우리의 업과 기능을 통해 세계복음화의 축복을 주시기 원하십니다. Бог хочет через наш талант и нашу работу евангелизировать мир. 그래서 우리 업과 기능에 오직의 답을 찾아내시도록 기도하시기 바랍니다. Поэтому надо молиться, чтобы нашим через наш талант, через нашу работу найти ответ только. 가장 당연하고 필요한 것을 찾아내야 되고요. Самое необходимое и естественное найти. 절대적인 것 찾아내야 됩니다. Найти абсолютное. 지금 제가 목사로서 가장 당연한 게 뭘까요? Сейчас для меня, как для пастора, что является самым естественным? 내가 맡은 지역을 제대로 살리는 거죠. Это оживотворить местность, которую мне верили. 꼭 필요한 게 뭘까요? Что обязательно необходимо? 특별히 병들고 지치고 무너진 사람을 바르게 살리고 치유하는 거라고 저는 붙잡았습니다. Я ухватился, что нужно исцелять за тех людей, которые в разрушенном состоянии и больны. 절대적인 것은 제자를 일으키는 거죠. Абсолютное дело – это поставить ученика. 그래서 우리의 모든 업과 사역에 오직의 답을 찾아내시기 바랍니다.
И поэтому в своем служении, в своем ремесле и таланте найти ответ только. 그러면 두 번째, 다른 사람이 따라올 수 없는 유일성의 응답을 하나님이 주셔요. И тогда Бог даст второй ответ уникальности, что никто не сможет угнаться за вами. 그러면 그 유일성의 응답을 가지고 모든 것을 살리는 재창조의 축복을 누리게 되는 것입니다. И с этим ответом уникальности вы сможете оживотворить всех и будете наслаждаться благословением нового сотворения. 그래서 저와 여러분의 업과 기능을 통해 현장이 살아나게 되기를 바라고요. Желаю вам, чтобы через ваши таланты, через ваше ремесло оживотворялись места действия. 우리 교회와 후대들이 살아나기를 바라고요. Чтобы оживала церковь и будущее поколение. 우크라이나와 이 시대를 살리는 하나님의 축복이 있게 되기를 바랍니다. Чтобы оживала Украина и эта эпоха. 오직 유일성 재창조의 응답. Ответ только уникальность и новое сотворение. 그래서 마음껏 응답받아서 교회도 살리시기 바라고요. Чтобы получали ответы и оживляли церковь. 우리 목사님 중직자들과 함께 하나가 되어서 세계복음하시기 바랍니다. Чтобы с пасторами и лидерами церкви было объединение и совершалась всемирная евангелизация. 그래서 세계복음화의 축복을 함께 최고로 누리는 증인들이 다 되기를 바랍니다. Чтобы вы вместе наслаждались ответом себе на экзации и были свидетелями. 예, 모든 강의를 다 마쳤습니다. На этом я заканчиваю свои лекции. 우크라이나와 여러분들을 위해서 계속 기도하도록 하겠습니다. Постоянно молиться о вас и об Украине. 이번에 주신 말씀을 은혜로 받지 마시고 언약으로 붙잡으시기 바랍니다. Не принимайте это слово как только благодать, а держите за завет. 그러면 하나님이 이제 시작하시고 성취하실 것입니다. И тогда Бог начнет и будет исполнять. 이 말씀 가지고 반드시 현장을 놓고 기도하시기 바랍니다. Держите за это слово и обязательно молитесь о местах действия. 이 말씀이 실제 전도 운동과 연결되도록 기도하시기 바랍니다. Молитесь, чтобы была реальная связь этого слова и проповедования. 그래서 이 말씀의 성취를 누리는 모든 우리 전도자들 다 되시기 바랍니다. Я желаю вам, всем благовестникам, наслаждаться свершением этого слова. 기도하겠습니다. Я помолюсь. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Теперь благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 무한하신 사랑하심과 безграничная любовь Бога, 성령님의 충만하심이, наполнение Духа Святого, 우크라이나와 전 세계를 살릴 모든 전도자들 머리 위에, над всеми благовестниками, которые будут оживлять Украину и весь мир, 사랑하는 우크라이나의 모든 교회와 렘넌트들 머리 위에, над всеми возлюбленными церквами Украины, над верующими и ремнантами, 이번에 참여한 모든 신학교와 신학생들 위에, над семинарией и над всеми участвовавшими семинаристами. 이제부터 영원 무궁토록 항상 함께 있을지어다. 그들 будет вместе отныне и вовек. 아멘.